Добрый день, уважаемые коллеги. Надеюсь, нас слышно. Если не слышно, поставьте. Ой, если слышно, поставьте плюсик. Не слышно? Включен. Слышно, меня слышно в интернете. Все, отлично. Тогда мы начинаем. Очередную лекцию у нас прочтет доктор биологических наук, профессор Российской академии наук Алексей Юрьевич Малыш. Про мембранную потенциалу. У нас произошла небольшая замена. Угу. И сейчас читает Алексей Юрьевич. А следующая лекция будет опять на полу. Угу. Все. Начинаем. Да, спасибо большое. Доброе утро. Ну, мы действительно решили немножко изменить последовательность наших лекций, потому что действительно после того, как бы поговорили о ионных каналах и трансмембранном транспорте, то логично дальше уже поговорить про мембранный потенциал, про потенциал покоя и так далее, пока как бы еще все в голове свежо. Ну, если начать с определения, то что такое, собственно говоря, мембранный потенциал? Это разность потенциалов на наружной и внутренней стороне мембраны. Ну, мембрана нейрона, как и большинство других клеток, имеет снаружи положительный заряд, а внутри отрицательный. И если мы введем в нейрон микроэлектрод и подключим к простейшему измерительному устройству, к вольтметру или к усилителю потенциалов, то, как это обычно происходит измерение, то при этом как бы внешний полюс электрода, который называется референсный электрод, его значение принимаются за ноль, и тогда относительно вот этого нуля измеряется внутренний потенциал, который, ну, грубо в клетках представляет примерно минус 70 милливольт. Ну, минус 70 милливольт, много это или мало? Ну, вообще говоря, это 0,7 вольта, и если мы возьмем, соединим 10 нейронов последовательно, то получим уже 7 вольт, что вполне себе батарейка. Вот. И как мы помним в известном фильме, машины использовали людей в качестве вот таких батареек. Ну, в принципе, потенциал действительно какой-то сопоставимый вот с чем-то разумным, то есть это вольты, но мощность нейрона, конечно, небольшая. И, в принципе, мощность одного нейрона составляет около 1 микровольта, то есть если взять, грубо, количество нейронов в головном мозге человека 100 миллионов, то получается, что если бы удалось подключить все нейроны вот к такому выводу, получилась бы мощность порядка 10 ватт. Ну, в принципе, наверное, небольшого робота запитать от этого можно, но не более того. Теперь поговорим, ну, если много людей, да, но при этом нужно вот ухитриться как-то каждый из 100 миллионов нейронов подключить к вот такому выводу, что, конечно, задача, в общем-то, нетривиальная. Теперь поговорим о том, собственно, как этот мембранный потенциал формируется. И для этого нам потребуются некоторые знания из области электрохимии, а именно уравнение Нернста. Значит, к чему это имеет отношение? Ну, представим себе мембрану нейрона, который имеется канал, который проницаем для одного типа ионов. Ну, в данном случае катионов, например. Да? И если мы представим, что концентрация этих катионов снаружи и внутри мембрана разная, то возникает так называемый концентрационный градиент, некая сила, которая заставляет ионы выходить из области более высокой концентрации в область более низкой концентрации. Ну, собственно, что из себя представляет эта загадочная сила, да, как она знает, что здесь ионов много, а здесь мало. На самом деле это все является проявлением как бы стохастических процессов, то, что ионы постоянно в случайном порядке движутся, и иногда они случайно залетают в канал и проходит насквозь. Соответственно, когда с той стороны, где ионов много, гораздо больше вероятность, что какой-то из них попадет в канал. А там, где их мало, вероятность этого меньше. Вот, собственно, отсюда возникает этот концентрационный градиент.
как бы никакой вот такой вот силы наподобие электрического поля или гравитационного, тут ничего нет. Это исключительно вот такой вероятностный процесс. Теперь давайте представим, что мы подали на эту мембрану некий потенциал, да, подключили батарейку. Значит, поскольку наши ионы, ну, в данном случае катионы, являются заряженными частицами, то на них начинает действовать электрическое поле, и в данном случае они будут стремиться от положительного полюса прийти к отрицательному, да, поскольку противоположности притягиваются. Значит, на ионы начнет действовать электрический градиент, но который в данном случае, как вот если мы подключим батарейку именно вот так, будет действовать противоположно концентрационному градиенту. Таким образом, вот если мы возьмем такую ситуацию, что у нас есть вот такая разница концентрации и некий приложенный потенциал, и мы имеем два градиента, концентрационный и электрический, направленные друг против друга, возникает вопрос, а куда ионы начнут, собственно, двигаться в этой ситуации? И вот как раз ответ на этот вопрос и дает уравнение Нернста. Ну, в простейшем виде оно выглядит вот так. И оно связывает, ну, здесь некие константы, которые, в общем-то, нам сейчас даже не интересны. И оно связывает два важных показателя. Это равновесный потенциал для этого иона в милливольтах и отношение концентрации снаружи и внутри клетки. И, значит, что нам вот очень важно понимать, что ионы будут стремиться достигнуть вот этого равновесного потенциала на мембране. Или же, если мы приложим какой-то потенциал, который будет отличаться от равновесного потенциала, тогда ионы будут стремиться создать те концентрации снаружи и внутри клетки, чтобы уравнение Нернста превратилось в равенство, и система пришла в равновесие. И для каждого иона, который вот в реальности присутствует в живой системе, будь то калий, натрий, кальций, зная его концентрацию снаружи клетки, внутри клетки, и подставив в уравнение Нернста, мы можем получить так называемый равновесный потенциал для данного конкретного иона. И этот ион будет всегда стремиться вот прийти к этому равновесному потенциалу. Соответственно, если на мембране поддерживается какой-то потенциал, который отличается вот от этого равновесного потенциала, то возникает такая сила, которая называется по-английски driving force, по-русски движущая сила, которая заставляет этот ион выйти в клетку или войти в нее. Соответственно, чем больше разница между равновесным потенциалом вот для конкретного иона, который рассчитан по уравнению Нернста, и реальным потенциалом, тем больше вот эта движущая сила. То есть это, ну, можно ее сравнить как бы с вот тетивой лука или даже арбалета. Да? Чем сильнее он натянута тетива, тем как бы с большей скоростью силой полетит стрела. Но мембрана, как правило, для ионов в норме непроницаема. Поэтому вот эта вот мембрана непроницаемая, она служит в роли вот такого спускового крючка этого арбалета. Да? Как только спусковой крючок будет спущен, то тут же стрела, в данном случае ион, пойдет через мембрану с той силой, которая определяется движущей силой. А движущая сила, как мы знаем, это, как мы помним, это разница между равновесным потенциалом этого иона и тем, что сейчас происходит на мембране. Ну, вот на этой картинке приведен пример расчета движущей силы, driving force, для некоторых основных игроков вот на поле мембранного потенциала. Ну, например, для натрия по уравнению Нернста, если подставить концентрации натрия снаружи и внутри клетки, ну, то есть для каждого конкретный случай немножко может отличаться, естественно, что, ну, вот для этой клетки, которая взята здесь как пример, равновесный потенциал для натрия составляет плюс 61 милливольт, а потенциал покоя этой клетки минус 68. Значит, движущая сила для ионов натрия составляет минус 129 милливольт. То есть, в принципе, довольно много. То есть вот с такой вот силой ионы натрия, грубо говоря, стремятся войти внутрь клетки.
Если мы возьмем для калия, то равновесный потенциал в этом примере получается 97, минус 97 милливольт. И при потенциале минус 68 потенциале покоя мы получаем движущую силу плюс 29. То есть с такой силой ионы калия стремятся выйти из клетки. Ну и так далее. Для хлора в данном случае он почти совпадает. То есть на ионы хлора движущая сила практически не действует. Вот. Перейдем теперь к тому, как, собственно, потенциал покоя возникает, уже вооруженный этими знаниями. На прошлой лекции Михаил Юрьевич вам подробно рассказывал про разные типы каналов трансмембранных и трансмембранный транспорт. Вот. Значит, в данном случае мы попытаемся упростить нашу систему, наш нейрон, как математики говорят, первое приближение. Да? То есть откинем все элементы, оставим только те, которые критически необходимы для формирования потенциала покоя. Так вот, для формирования потенциала покоя нам нужно два основных игрока. Это натрий-калиевая Т-фаза или натрий-калиевый насос, натрий-калиевый обменник. Это такой белок, который, то есть такая молекулярная машинка, которая, потребляя энергию, потребляя одну молекулу АТФ, разлагая ее на АДФ и фосфат, может выкачивать из клетки 3 иона натрия и закачивать внутрь 2 иона калия против градиента концентрации. То есть она использует энергию для того, чтобы создавать концентрационный градиент. И второй игрок, который нам понадобится для нашей такой простейшей модельной клетки, это неуправляемые калиевые каналы, так называемые каналы утечки, leak channels, которые, собственно, ток, через который проходит, называют током утечки. То есть это неуправляемые каналы, которые всегда открыты, и они селективны к ионам калия. Ионы калия могут сквозь них проходить. Вот. И вот уже имея два инструмента, мы можем создать, если предположить такую последовательность действий, что мы создаем такую какую-то модельную клетку, запускаем в ней эти две машинки и смотрим, как она будет дальше работать. Значит, что же происходит? В результате работы натрий-калиевой этой фазы в клетке повышается концентрация ионов калия. Возникает концентрационный градиент. То есть внутри клетки становится больше ионов калия. При этом в клетке присутствует большое количество органических анионов. Как правило, это молекулы белков. Значит, после того, как возник концентрационный градиент, который заставляет ионы, соответственно, направленные наружу, то есть натрий-калиевая АТФ-фаза накачала ионы калия и создала их избыток внутри клетки, ионы калия начинают выходить по концентрационному градиенту, а анионы, гигантские молекулы, отрицательно заряженные, для которых мембрана вообще непроницаема, они остаются внутри клетки. И в результате этого возникает, из-за того, что положительно заряженные ионы выходят, возникает некая разность потенциалов. Да? То есть снаружи возникает плюс из-за ионов калия, которые вышли, а оставленные за собой анионы остаются внутри, и возникает некоторый мембранный потенциал. И тут же возникает, естественно, электрическое поле, которое препятствует дальнейшему выходу ионов калия из клетки. Да? То есть мы имеем концентрационный градиент и электрический градиент, направленный друг против друга. Ну и как мы помним из уравнения Нернста, придет момент, когда они уравновесятся. И тогда возникнет мембранный потенциал, который в данной модельной клетке, в которой есть только эти ионы, только эти каналы, будет точно соответствовать равновесному потенциалу для калия, рассчитанному по уравнению Нернста. Да? То есть, если мы возьмем концентрацию внутри и снаружи, подставим в уравнение Нернста, мы получим равновесный потенциал, и он будет точно соответствовать созданному мембранному потенциалу. В принципе, в большинстве клеток равновесный потенциал для калия составляет порядка минус
80-90 милливольт. Но, естественно, в реальной жизни помимо ионов калия есть и другие катионы и анионы, которые тоже вносят некоторый вклад в создание потенциала покоя. Ну, основной ион, который помимо калия добавляет что-то в потенциал покоя, это ионы натрия. Значит, как мы помним, в результате вот работы натрий-калиевой этой фазы у нас внутри клетки калия много, да, здесь, соответственно, размер обозначения ионов соответствует тому, где концентрация их больше, где их меньше. И, значит, из-за того, что создался градиент для калия, внутри его больше, внутри меньше, и на мембране присутствует некая разность потенциалов, трансмембранный потенциал. Значит, другим результатом деятельности этой фазы является то, что поскольку она меняет калий на натрий, что внутри клетки концентрация натрия становится существенно меньше, чем снаружи. И в результате этого начинает действовать сильный концентрационный градиент, который направлен внутрь, то есть, естественно, натрий стремится войти в клетку, поскольку его здесь много, а здесь мало. Кроме того, из-за того, что уже есть мембранный потенциал, созданный калием, на натрий действует и электрический градиент, который тоже направлен внутрь клетки. Собственно, если мы вспомним картинку с движущими силами для ионов, то мы помним, что для натрия она довольно существенна. И теперь понятно почему, потому что и концентрационный, и электрический градиент заставляют ионы натрия входить в клетку. То есть как бы тетива вот этого арбалета, она натянута довольно сильно. Но как бы к счастью для всех нас, мембрана для натрия в покое проницаема довольно слабо. То есть если сравнивать с калиевой проницаемостью через вот эти вот каналы утечки, у натрия тоже существует каналы утечки разных классов, но все вместе они дают где-то порядка 4% от калиевой проводимости, но тем не менее через эти 4% натрий постоянно в клетку сочится из-за того, что, в общем-то, движущая сила довольно мощная. И вот из-за вот этой постоянной подтечки натрия мембранный потенциал от равновесного потенциала для калия немного смещается в сторону положительных значений порядка 10 милливольт. То есть он становится не минус 90, минус 80, а становится минус 70, минус 60. Но из-за того, что он уходит и от равновесного потенциала для калия, то калий тоже начинает стремиться восстановить свой равновесный потенциал и начинает потихоньку выходить из клетки. То есть есть постоянная такая тоненький ручеек ионов натрия и калия, которые текут через мембрану. И, собственно, постоянная работа натрий-калиевой этой фазы, она этот ручеек компенсирует и поддерживает стабильный мембранный потенциал у нейрона, ну, порядка минус 70 милливольт. Значит, есть еще два других иона, которые, в принципе, ну, практически не принимают участие в поддержании потенциала покоя, но они очень важны для функционирования клетки, для других потенциалов, для градуального потенциала, для потенциала действия, поэтому мы тоже разберем, что же происходит с их концентрациями. Значит, хлор. В нейронах взрослых существует так называемый калий-хлорный симпортер, который использует силу градиента калия и выводит из клетки один ион калия и вместе один ион хлора. Да? То есть он АТФ уже не использует, использует именно концентрационный градиент. И главным образом за счет вот этой вот, за счет этого симпортера концентрация хлора внутри клетки ниже существенно, чем снаружи. Однако, поскольку хлор отрицательный, отрицательный заряженный ион, он является анионом, то созданный мембранный потенциал, то есть когда снаружи плюс, внутри минус, создает электрический градиент, который направлен наружу клетки. И таким образом, если мы подставим концентрации наружную и внутреннюю ионов хлора в уравнение Нернста, то мы получим, что равновесный потенциал для хлора, ну, в принципе, он практически равен вот мембранному потенциалу, который создали калий и натрий вместе.
И поэтому движущая сила, которая направлена, которая действует на ионы хлора, она очень маленькая. И в разных нейронах по-разному, то есть она бывает чуть-чуть внутрь, чуть-чуть наружу, то есть либо слабая D, либо слабо гиперполяризующая действие. То есть создание мембранного потенциала он участие ну, практически не принимает. Кальций. В клетке также существует ионообменник, который, используя градиент, натриевый градиент, производит обмен ионов натрия и кальция. И в результате работы этого обменника концентрация кальция внутри клетки маленькая поддерживается, ну плюс еще есть мощные механизмы захвата кальция в эндоплазматический ретикулум. В итоге концентрат кальция в клетке мало, снаружи его много. Поэтому возникает сильный концентрационный градиент, и из-за того, что кальций – это катион, да еще с двойным плюсом, возникает сильный электрический градиент. Поэтому вот как бы тетива этого арбалета натянута еще сильнее, чем натриевого, и равновесный потенциал для кальция превышает плюс 100 милливольт. То есть кальций стремится войти в клетку как бы еще сильнее, чем натрий. Но в состоянии покоя мембрана для кальция практически непроницаемая. Да? То есть вот эти вот как бы два арбалета, они остаются все время в введенном заряженном состоянии и только ждут момента, когда будет спущен крючок, когда откроются каналы, которые позволят им в клетку войти. Ну вот, зная вот такие вот основные механизмы о том, что заставляет разные ионы двигаться в ту или иную сторону, мы можем с вами разобрать одну из таких очень крупных мистерий, которая произошла в нейронауке, ну вот, наверное, на протяжении последних 30 лет. Где-то 30 лет назад было обнаружено, что на срезах мозга новорожденных животных, крыс, мышей, в течение примерно первого недели развития, гамма-аминомасляная кислота, которая является агонистом гамма-А-каналов, то есть хлорпроводящих каналов, и таким является основным тормозным медиатором в нервной системе. Так вот, было обнаружено, что на срезах вот таких новорожденных крысят и мышат ГАМК вместо того, чтобы оказывать тормозное действие, оказывает возбуждающее действие. Ну вот здесь приведем пример одной из таких первых работ, когда вот на гиппокампальный нейрон апплицируется бикукулин, который является антагонистом ГАМК, и мы видим, что вместо того, чтобы вызвать возбуждение, получается торможение. Ну вот, собственно, вот первый автор этой статьи, Бен Ари, он как бы является основным человеком, который раскрутил всю эту историю. Он был директором Средиземноморского университета в Марселе. Вот. И, в общем, из-за всего этого была раздута довольно мощная такая концепция, очень красивая. Суть ее состоит в следующем. Значит, ну, как мы помним, существует калихлорный симпортер, который позволяет клетке выводить ионы калия из нейрона и поддерживать низкую внутриклеточную концентрацию хлора. Так вот, было показано, что этот симпортер у ювенильных животных там, в первую неделю развития экспрессии его значительно снижена. И он работает гораздо хуже, чем есть вот другой симпортер, который, наоборот, хлор вводит в клетку, и у взрослых животных роль его в общем, невелика. Но у новорожденных, поскольку вот идет отставание в экспрессии вот этого симпортера, повышается внутриклеточная концентрация ионов хлора. И повышается она так, что при открытии хлорных каналов хлор не входит в клетку, а наоборот из нее выходит и оказывает деполяризующее действие. При этом, когда происходит на второй неделе развития, экспрессия этого симпортера увеличивается, клетка получает возможность избавляться от хлора, и ГАМК опять начинает выказывать вот такое вот тормозное воздействие. Вот это очень такая действительно красивая концепция, причем известно, что в развивающемся мозге постоянно происходят такие высокосинхронные вспышки активности, называемые GDP или гигантские деполяризационные потенциалы.
И было показано, что вот эти вот вспышки синхронной активности, они, в общем, очень важны для развития нервной системы. И было предположено, что, собственно, ГАМК, вот возбуждающая ГАМК, является, вот, собственно, основой вот для генерации вот этих вот GDP. И, дескать, именно поэтому ее возбуждающее действие нужно в процессе развития, а потом, когда нервная система уже развилась, то тогда, значит, все возвращается на свои места, а ГАМК опять становится тормозным медиатором. В общем, были созданы и целые лаборатории, которые вот изучали этот процесс, как происходит вот изменение, как ГАМК становится из возбуждающего в тормозный. И вот Бен Ари в 2007 году, да, это публикации на уровне Science и Nature, в одном из обзоров пишет, что во всех развивающихся животных и структурах мозга внутриклеточная концентрация хлора на ранних стадиях развития настолько высока, что из-за этого происходит возбуждающее действие ГАМК. Однако примерно в те же годы, то есть примерно 30 лет назад, стали появляться данные, что на интактном мозге, да, то есть все предыдущие эксперименты были сделаны на срезах мозга из новорожденных животных, что на срезах мозга, дескать, такого не наблюдается. И тот же самый бикукулин, который является антагонистом ГАМК, он вызывает торможение. Да, вот пример из одной статьи, пример из другой статьи, где бикукулин на трехдневной мыши вызывает эпилептиформную активность. Вот. Соответственно, все это совершенно никак не соотносится вот с теорией Бен-Ари. Интересно, что вот как бы противоположный лагерь, который говорил, что ничего, никакой возбуждающей ГАМК нет, он представлял в основном из ученых-выходцев из России. То есть это Петр Брижестовский, это Юрий Зильбертер, это Рустем Хазипов, Марат Минлибаев. И еще самое интересное, что они работали в том же Средиземноморском университете, что и Бен-Ари. Вот. И параллельно вот накапливались данные, что на взрослом животном, в общем, ничего такого не происходит. И, в принципе, была выдвинута противоположная концепция, что все наблюдаемые эффекты с возбуждающим действием ГАМК, они вызваны высокотравматичной процедурой приготовления срезов, которая особенно травматична для новорожденных животных. И срез, вообще говоря, находится в состоянии дефицита энергоносителей, потому что, как правило, в эксперименте на переживающих срезах там присутствует только глюкоза. И вот из-за травматичности самой процедуры порезки срезов, плюс из-за малого количества энергетических носителей, клетка действительно не может на срезе поддерживать низкую концентрацию хлора, и происходит вот такая реверсия хлорного потенциала. То есть это, можно сказать, что, в общем, артефакт, в данном случае эксперимент. И здесь нужно четко понимать одну вещь, что вот на этом графике представлена зависимость равновесного потенциала для хлора от его внутриклеточной концентрации. То есть, во-первых, вот эта вот вся история с импортером про его отставленное развитие, это все правда. И действительно, у новорожденных животных там в первую неделю развития этот симпортер недоэкспрессирован, и действительно концентрация хлора внутриклеточная в молодых нейронах действительно она значительно выше, чем во взрослых нейронах. Но надо понимать, что если концентрация хлора, ну, то есть у взрослых животных, скажем так, она порядка там 5 милливольт, 5-7 милливольт, а если она у новорожденных будет 15 милливольт, то равновесный потенциал для ионов хлора, рассчитанный по уравнению Нернста, будет составлять порядка минус 50 милливольт. И поэтому ГАМК будет оказывать действительно деполяризующее действие на мембрану. Да? То есть если мембранный потенциал покоя, скажем, в нейроне минус 80, открываются ГАМК-А-каналы, то хлор будет выходить из клетки и деполяризовать ее. То есть ГАМК будет действительно деполяризующий. Но он ее будет деполяризовать ровно до своего равновесного потенциала.
И если этот равновесный потенциал ниже, чем порог генерации потенциалов действия, то ГАМК будет деполяризующий, но не возбуждающий. Вот это вот действительно нужно как бы очень четко понимать. То есть она будет клетку деполяризовать, но потенциал действия вызвать никогда не сможет. Дело в том, что как бы, когда открываются, ну, собственно, когда открываются любые каналы трансмембранные, падают сопротивление мембраны и происходит так называемое шунтирующее действие, да, то есть как просто мы закорачиваем мембрану, которая препятствует ее дальнейшему возбуждению и генерации потенциалов действия. Вот, поэтому, собственно, вот весь этот спор, возбуждающий ГАМК или тормозное, он крутится вот вокруг, собственно, довольно небольшого диапазона внутриклеточных концентраций хлор. То есть, если действительно хлор внутри клетки будет больше 20, скажем так, 25 миллимоль, то тогда равновесный потенциал для хлора будет выше, чем порог генерации потенциала действия, и действительно ГАМК будет возбуждающий, то есть сможет вызывать потенциалы действия. Если же он будет ниже 20, то ГАМК будет деполяризующий, да, и это будет выглядеть как ВПСП, но она никогда не сможет привести к генерации потенциалов действия. Ну, теперь мы перейдем к градуальным потенциалам, да, то есть формирование потенциала покоя мы обсудили, как бы и нас поняли, насколько вообще важно знать и понимать вот равновесные потенциалы для разных ионов, потому что это может, вот, вообще говоря, с ног на голову поставить все, что угодно. Значит, теперь поговорим о градуальных потенциалах. Ну, градуальные потенциалы – это, вообще говоря, небольшое изменение, сравнительно небольшое изменение мембранного потенциала, ограниченное во времени, которое может быть направлено или в сторону нулевых значений, тогда это деполяризация, или в сторону отрицательных значений, тогда это гиперполяризация. Ну, конечно, когда речь идет о градуальных потенциалах, то в первую очередь имеются в виду синаптические потенциалы, ВПСП, возбуждающий постсинаптический потенциал и ТПСП. Ну вот если мы представим вот схематический нейрон, и мы имеем синапс, например, глутаматоргический синапс, который находится вот на дальнем дендрите, у нас приходит нервный импульс на пресинаптический нейрон, выбрасываются глутамат, и глутамат открывает лиганд управляемый натриевый канал. Ну, соответственно, как мы помним, для натрия существует очень большой градиент, очень большая движущая сила, которая заставляет его войти. Натрий, естественно, тут же через эти каналы входит и вызывает локальную деполяризацию мембраны вот в этом месте. Потом из синаптической щели медиатор довольно быстро элиминируются различными механизмами. Кроме того, этим каналам свойственна инактивация, они через некоторое время закрываются, в результате этого вот эта локальная деполяризация ВПСП, он спадает, да? То есть из-за этого он ограничен во времени. Но кроме того, те ионы натрия, которые вот здесь вот локально вошли, они довольно быстро диффундируют и распределяются по всей цитоплазме нейрона, и, собственно, поэтому мы видим, что мембранный потенциал, ну, через какое-то время возвращается к своему потенциалу покоя. Значит, основная вот вещь, которую нужно знать и понимать про градуальные потенциалы, в данном случае про ВПСП, что они распространяются по клетке электротонически. И при этом их амплитуда уменьшается, чем дальше мы движемся от места их генерации. Ну, что такое электротоническое распространение? Ну, собственно, чтобы понять, то лучше, проще всего обратиться к так называемой кабельной теории, которая рассматривает в данном случае дендрит как просто кабель. И у этого кабеля есть аксиальное сопротивление, то есть это будет сопротивление цитоплазмы в данном случае. Ну и мембрана на самом деле в каждой своей точке, она имеет какую-то проводимость для ионов, поэтому ток через нее везде понемножечку утекает, поскольку в клетке существует гигантское количество различных каналов,
которые стохастически открываются, закрываются, есть канал утечки и так далее. Вот. Поэтому ток в каждой через мембрану потихонечку утекает. Соответственно, чем больше площадь мембраны, тем сопротивление ее меньше. Кроме того, мембрана – это прекрасный конденсатор. Да? То есть это двух, поскольку бесслойная вот такая вот структура, которая позволяет накапливать заряд на своих полюсах. Так вот, получается, что эквивалентная схема дендрита в данном случае выглядит вот так. И тогда, вообще говоря, мы можем описать распространение потенциала действия просто распространение ВПСП, просто используя закон Ома. Да, то есть, если мы подали напряжение вот здесь, то и потом меряем его, поставим вольтметр здесь, то чем дальше, тем больше будет падение напряжения, которое будет падать вот на сопротивление цитоплазмы, ток будет также утекать через мембрану, поэтому ВПСП будет все меньше и меньше, чем дальше мы удаляемся. Вот. Но при этом важно понимать, что, собственно, вот механического распространения, такого, как происходит, например, с потенциалом действия, да, как мы дальше будем говорить, здесь не происходит. То есть, в принципе, изменение потенциала по всему нейрону проходит практически мгновенно, почти мгновенно. Почему почти? Потому что, как мы уже говорили, мембрана – это отличный конденсатор, и на зарядку этого конденсатора требуется время. Да, поэтому чем дальше от точки, от места генерации потенциала действия, тем больше емкость мембраны, которую требуется зарядить, и тем более пологим становится ВПСП. Ну, вот эта картинка из наших экспериментов нашей лаборатории. Здесь пирамидный нейрон регистрировался внутриклеточно, а стимулирующий электрод размещался на разных расстояниях от сомы. Соответственно, красный, зеленый, синий и фиолетовый, все дальше. И мы видим, чем дальше ВПСП, тем он более пологий. И это вызвано именно тем, что происходит, что необходимо зарядить этот сначала конденсатор мембранный. Причем форма его такая, что возникает ощущение, что как будто даже латентность у ВПСП, который ближний и дальний, даже немножко разная. Вот. Это как раз вот это вот такая, то есть можно, возникает такое ложное ощущение, что происходит некое распространение. На самом деле происходит просто изменение формы ВПСП в результате того, что заряжается мембрана. Ну вот пример из другой работы, где наоборот стимулировалось в одном месте, но регистрировалось в двух местах, в месте генерации и в соме. И мы видим, что в месте генерации ВПСП вот такой вот резкий и высокоамплитудный, а в сумме он уже становится более пологим. Собственно, вот из-за того, что мембрана вот, собственно, вот так представляет из себя на самом деле РЦ-цепочку, да, у нее есть емкость и есть сопротивление, она в себя ведет точно так же, как в электротехнике ведет РЦ-цепочка. То есть, если мы на нее подаем прямоугольный импульс тока, то мембрана отвечает вот таким ответом вот такой формы, то есть сначала заряжается конденсатор, а и потом он медленно разряжается. И, собственно, то, что он медленно разряжается, когда уже перестает действовать ток, это свойство используется нейроном для как бы временной суммации потенциалов действия. Да? То есть ток уже не действует, но мембрана еще дополяризована, значит, это она может вносить какой-то вклад в генерацию потенциала действия. И здесь я хотел бы сказать буквально пару слов про методы регистрации. Ну, в данном случае методы регистрации градуальных потенциалов, например, ВПСП, ну и не только. Значит, вот здесь приведена запись параллельная двух нейронов. Пресинаптического и постсинаптического, тоже в нашей лаборатории записи. То есть мы видим потенциал действия в пресинаптическом нейроне, возникает ВПСП в постсинаптическом. Вот режим вот этой вот записи называется так current clamp, то есть или режим фиксации тока. Ну, на самом деле тут как бы ничего особенного не фиксируется, просто это по аналогии с режимом фиксации потенциала. То есть здесь мы измеряем просто
потенциал, который мембран. Ну, то плохо, то порядка минус 70 мВ, потом происходит деполяризация в результате ВПСП. И, как мы знаем, это именно потенциал, то есть, который, то есть мембрана отработала входящий сигнал именно сообразно своим РЦ-свойствам. А что делать, если мы хотим узнать, а каков же был ток, который вот потек через вот эти вот легант-управляемые каналы, и какова была его форма и амплитуда? Так вот, для того, чтобы измерить ток, который вызвал вот этот вот ВПСП, применяется режим фиксации потенциала или voltage clamp мод. И здесь действительно, ну, здесь приведена схема двухэлектродного voltage clamp, который используется на больших структурах, таких как ооциты. На нейронах используется чаще всего одноэлектродный, на нейронах позвоночных с пэч-пипетками. Так вот, когда усилитель работает вот в этом режиме, он постоянно пытается поддерживать определенный потенциал на мембране нейрона. И, соответственно, одним электродом потенциал меряется, а через другой электрод подается ток. И подается ток ровно столько, чтобы потенциал на этом электроде никогда не менялся. Что же происходит, когда приходит ВПСП и открываются натриевые каналы? Натрий входит в клетку, и нейрон пытается деполяризоваться. Но усилитель с довольно большой, как бы с маленькой, наоборот, временной задержкой препятствует вот этой вот деполяризации и начинает инициировать ток в клетку для того, чтобы скомпенсировать ток тот, который течет через натриевый канал, поддерживая мембранный потенциал на одном и том же уровне. И, собственно, вот этот ток, который усилитель инициирует, чтобы скомпенсировать ток, текущий через натриевые каналы, и записывается в режиме фиксации потенциала, в режиме voltage clamp. И поэтому мы действительно видим здесь именно ток, а не потенциал. Ну и видно, что действительно ток гораздо быстрее, поскольку это одна и та же пара нейронов записана, то есть это один и тот же синапс, абсолютно записанный в двух режимах, и мы видим, что ток, который лежит в основе вот этого ВПСП, он гораздо быстрее и как бы гораздо быстрее возвращается к нулю, тогда как мембрана в этот момент остается еще деполяризованной из-за того, что емкость мембраны разряжается довольно медленно. И вот все вот эти свойства, они используются для суммации градуальных потенциалов. Суммация, она может быть или временной, или пространственной. Вот. И здесь важно помнить, что, вообще говоря, амплитуда вот, единичного унитарного моносинаптического ПСП в, ну, в том, что называется principal cells, в пирамидных нейронах неокортекса, она довольно мала и составляет буквально 1-2 мВ. И понятно, что если потенциал у нас покоя минус 70 мВ, а порог генерации потенциала действия там 40-50 милливольт, то один ВПСП, ну, никогда в жизни, грубо говоря, не вызовет потенциал действия один ВПСП в постсинаптическом нейроне. Поэтому, чтобы вызвать спайк в постсинаптическом нейроне, потенциал ВПСП должны суммироваться. Суммация это бывает или пространственной, когда, например, у нас одновременно приходят на несколько синапсов входы, и мы имеем вместо одного ВПСП одновременно три, которые просто алгебраически суммируются и позволяют клетке как бы сильнее деполяризоваться. Или же суммация может быть временной. Здесь как раз задействованы вот те самые свойства мембраны, да, ее свойства РЦ-цепочки, свойства конденсатора медленно заряжаться и медленно разряжаться. То есть если приходят три потенциала действия по одному волокну, то возникают три ВПСП, которые вот, ну, не столь эффективны, но тем не менее тоже суммируются и вызывают большую деполяризацию. Интересно, что суммация ВПСП и вообще градуальных потенциалов, она может быть и нелинейной. То есть нелинейная – это когда сумма, например, трех ВПСП алгебраическая будет меньше, чем результирующий вот такой суммарный ВПСП. Причем она может быть как супралинейной, то есть когда
комплексный ВПСП больше, чем просто алгебраическая сумма. Да, вот алгебраическая сумма. То есть как больше тогда это называется супралинейная суммация. Или же он даже может быть меньше. Тогда это называется сублинейная суммация. Ну, чтобы понять, как возникает супралинейная суммация, нам нужно забежать немножко вперед и поговорить про потенциал зависимые натриевые и кальциевые каналы. Значит, как мы помним, когда происходит генерация ВПСП, то открываются лиганд-зависимые натриевые каналы, натрий входит в клетку. Вот здесь приведен график активации уже потенциал зависимых натриевых каналов, которые нужны нам понадобятся для обсуждения механизмов генерации потенциала действия. Ну вот видно, что вот эти вот синенькие точки, то есть при мембранном потенциале отрицательном каналы закрыты, то есть фракция открытых каналов 0, и потом при деполяризации они начинают открываться вот по такой вот сигмоидной, кривой сигмоидной формы. И как бы вот уже вот в этом месте уже начинается лавинообразный такой процесс их открытия, который приводит к генерации потенциалов действия, и остановить его уже невозможно. Однако вот есть некоторый участок изменения мембранного потенциала, когда потенциал зависимые каналы могут открыться, через них будет входить дополнительный натрий, будет производиться дополнительная деполяризация, но тем не менее генерация потенциала действия не произойдет. И это как раз происходит при супралинейной суммации, да, когда один ВПСП не вызывает, то есть его амплитуды недостаточно, чтобы открыть потенциал зависимые каналы. А когда они вместе, они уже открывают, и поэтому имеется вот эта вот прибавочка из потенциал зависимых каналов. Они могут быть как натриевые, так и кальций. Тогда происходит супралинейная суммация. А бывает и сублинейная суммация, когда сумма ВПСП алгебраическая больше, чем результирующий ВПСП. Ну, чаще всего это бывает, когда, например, два входа, они делят между собой какие-то общие синапсы, или это бывает, когда один синапс выступает в качестве шунта для, вот, шунта для другого синапса. То, что градуальные потенциалы, то, что ВПСП, амплитуда их сильно снижается при удалении от места генерации, приводит к возникновению еще такого интересного вопроса. Ну вот то здесь представлена морфология пирамидного нейрона типичного. Мы видим, что существуют довольно длинные и тонкие дендриты. То получается тогда, что шанс вот этого синапса, вот этого ВПСП произвести какую-то деполяризацию в клетке, он, ну, просто несопоставимо меньше, чем у синапса, который находится близко к клетке. И непонятно, как тогда клетка вообще выходит из этой ситуации, как же работают вот эти дальние синапсы. Но оказалось, что нейроны имеют возможность шкалировать амплитуду ВПСП, которые приходят на удаленные синапсы, и таким образом вот компенсировать вот эту вот особенность градуальных потенциалов распространяться затуханием. Ну вот здесь приведен пример из одной такой работы. То есть нейрон регистрировался внутриклеточно при помощи одной пипетки. Вторая пипетка регистрировала дендрит далеко или близко к соме. И третья пипетка использовалась как экстраклеточный стимулятор, чтобы стимулировать волокна, которые приходят вот сюда или вот сюда. И мы видим, что если дистальный, то есть удаленный синапс, мы стимулируем, то амплитуда ВПСП в месте генерации, она существенно превышает то, что доходит до сомы. В то же время близкий синапс, который вот близко к соме, здесь амплитуда в месте генерации практически такая же, как в соме. Ну и вот это суммировано вот на вот этом графике, то есть видно, что вот эта дистанция от сомы 100, 200, 300 микрон, и вот эта амплитуда ВПСП именно в месте его генерации. Видно, что чем дальше синапс расположен от тела клетки, тем больше амплитуда ВПСП именно в месте генерации. При этом
до Сомы доходит все примерно в одном и том же размере. Да? То есть и близкие, и дальние синапсы вносят примерно тот же самый вклад в соматическую доплеризацию, соответственно, в способность нейрона генерировать потенциал действия. Ну, собственно, вот мы добрались до потенциала действия. Значит, потенциал, что такое потенциал действия? В отличие от градуальных потенциалов, которые представляют из себя сравнительно небольшую деполяризацию, потенциал действия – это резкая деполяризация, очень локальная и резкая, причем при его генерации происходит инверсия фактически мембранного потенциала с отрицательных значений до положительных значений. Ну, вот эта вот форма потенциала действия, то есть развертка во времени, как изменяется потенциал во времени. У потенциала действия есть деполяризационная фаза, реполяризационная. Значит, та часть потенциала действия, которая превышает ноль, ее называют овершут. Затем, после того, генерации потенциала действия, возникает такая следовая гиперполяризация, которую называют андершут. И для того, чтобы разобрать механизмы, которые лежат в основе генерации потенциалов действия, нам необходимо будет вспомнить, как устроены потенциал-зависимые, ну, главным образом, натриевые каналы. Ну, я думаю, Михаил Юрьевич на прошлой лекции, наверное, подробно рассказывал об этом. Вот. Мы лишь вкратце просто повторим. Значит, потенциал-зависимый натриевый канал, он имеет две воротных системы. Значит, один – это одна система потенциал-зависимая, то есть канал может находиться в двух состояниях. Когда мембрана гиперполяризована, канал закрыт. Когда происходит деполяризация мембраны, канал открывается и становится проницаемым для ионов натрия. И вот этот вот переход из закрытого в открытое состояние, он происходит в результате изменения мембранного потенциала в результате деполяризации. Однако после того, как каналы открылись, через очень короткое время, буквально через одну миллисекунду, происходит их инактивация. То есть у них вот есть еще одна такая крышечка, еще одни ворота инактивационные, которые очень быстро, вот буквально 1-2 миллисекунды, они закрываются. И канал, несмотря на то, что мембрана все еще продолжает находиться в деполяризованном состоянии, тем не менее канал уже инактивирован, то есть он не проницаем для ионов. И чтобы потом снять вот этот инактивационный блок, мембрана обязательно должна обратно реполяризоваться, то есть до потенциала покоя, до отрицательных значений. То есть вот этот вот цикл, он очень важен для вот понимания того, как происходит генерация потенциалов действия и как меняется возбудимость нейрона. То есть есть три состояния, да, закрытое, открытое и инактивированное состояние. И второй момент, который нам нужен для того, чтобы понимать, как происходит генерация потенциалов действия, мы должны знать, как устроены кривые активации потенциал-зависимых натриевых и калиевых каналов, то есть это два основных игрока, которые принимают участие в генерации потенциалов действия. Ну вот мы видели, уже эту картинку видели раньше. Вот синенькая кривая, она представляет собой кривую активации потенциал-зависимых натриевых каналов. То есть при отрицательных значениях мембранного потенциала все каналы закрыты. Здесь отложена фракция каналов активированных. И затем при деполяризации все больше и больше их доля открывается. Причем вот здесь этот процесс происходит лавинообразно. И точно такая же по форме кривая существует, которая отражает инактивацию натриевых каналов. То есть при значении да, то есть наоборот, вернее, что желтая кривая – это кривая… Нет, да, все правильно. Вот, соответственно, что это, да, это ноль каналов, которые… инактивированы. Да.
такая же, собственно, кривая, ну, вообще говоря, эта форма кривая, сигмообразная, она характерна для всех потенциал-зависимых каналов, и калиевых, и кальциевых. Вот кривая активации калиевого канала. Их довольно много существует семейств, такое, с разными немножко свойствами, но, в принципе, у всех кривая активации примерно одинаковая. Ну, вот канал КВ2-1 одним из основных, которые принимают участие в генерации потенциала действия. И мы видим, что, в принципе, форма его очень похожа на кривую активации натриевых каналов. Единственное, что эта кривая вся сдвинута вправо. Да? То есть, ну, например, если при нуле милливольт 100% каналов открыто, то при нуле милливольт натриевых каналов, то при том же мембранном потенциале фракция открытых каналов, ну, существенно меньше, примерно четверть. Вот, собственно, вот два вот этих вот момента. Во-первых, вот этот вот сдвиг по оси напряжения кривых активаций потенциал зависимых натриевых калиевого канала и переход между разными состояниями натриевых каналов, они важны для понимания того, как происходит генерация потенциалов действия. Ну вот на этой картинке пунктиром обозначены изменения мембранного потенциала, а сплошными линиями отложены токи, то есть натриевый ток и калиевый ток. Так что же происходит? Изначальная деполяризация, которая вызывается, как правило, синаптическими входами, то есть открытием лиганд управляемых ионных каналов натриевых, например, вызывает деполяризацию. Как только эта деполяризация достигает некого критического уровня, начинают открываться потенциал-зависимые натриевые каналы. И потом мы помним, как выглядит кривая активация. В какой-то момент начинается лавинообразное их открытие. И натрий с вот этой вот всей гигантской своей движущей силой, как мы помним, 130 милливольт, он устремляется внутрь клетки. То есть вот как бы как раз происходит спуск вот этого арбалета, и ионы натрия входят в клетку, происходит резкая деполяризация до значительных положительных значений. Причем, естественно, натрий стремится достичь своего равновесного потенциала, который составляет порядка там, плюс 50-60 милливольт по уравнению Нернста, но сделать он этого не успевает, потому что, как мы помним, очень быстро начинает происходить инактивация натриевых каналов, и натриевый ток начинает замедляться. Кроме того, практически одновременно начинает происходить активация калиевых каналов. И поскольку мембранный потенциал в этот период времени находится в деполяризационных значениях, то при этих цифрах открываются потенциал-зависимые калиевые каналы, и калиевый ток начинает стремиться реполяризовать клетку. Значит, в принципе, они начинают, да, и вот эта вот задержка калиевого тока, она обусловлена, собственно, двумя вещами. Во-первых, калиевые каналы открываются и закрываются значительно медленнее, чем натриевые каналы, да, поэтому вот мы видим такой как бы небольшой временной лаг. Ну и плюс мы помним, что кривые активации натриевого и калиевого канала, они сдвинуты на несколько десятков милливольт, поэтому вот происходит некое такое запаздывание калиевого тока. Но, тем не менее, в какой-то момент калиевый ток начинает значительно превалировать над натриевым, происходит резкая реполяризация, калий стремится к своему равновесному потенциалу, и из-за того, что калиевые каналы и медленно открываются, и медленно закрываются, калиевый ток присутствует еще какое-то время после генерации потенциалов действия, и поэтому калиевый ток вызывает вот такую вот следовую гиперполяризацию, пытаясь достичь своего равновесного потенциала. Ну и затем через некоторое время потенциал выравнивается и возвращается к потенциалу покоя. В принципе, вот натриевого и калиевого канала вполне достаточно для того, чтобы объяснить генерацию потенциала действия. Из свойств натриевых каналов, вот этих вот, то есть из трех состояний и наличия инактивационного положения
Из этого вытекает одно очень важное свойство нейрона – это периоды абсолютной и относительной рефрактерности. Так вот, период, когда происходит максимальное развитие натриевого тока, называется периодом абсолютной рефрактерности, потому что в этот период никакой стимул не может вызвать еще дополнительного потенциала действия. И в основном это обусловлено тем, что большая часть натриевых каналов инактивирована в этом состоянии. И существует период относительной рефрактерности, когда, в принципе, уже достаточно большая порция натриевых каналов открылся, инактивационные ворота открыты, но, тем не менее, много каналов еще инактивированы, плюс есть сильный калиевый ток, и в периоде относительной рефрактерности второй потенциал действия может быть индуцирован, но сила стимула должна быть существенно выше, чем та, которая вызвала как бы первый потенциал действия. И, как говоря, о потенциале действия невозможно не рассказать про уравнение Ходжкина-Хаксли. Ну, как вы знаете, да, Ходжкин-Хаксли, собственно, впервые описали механизм генерации потенциалов действия, работая на гигантском аксоне Кальмара. Они создали модель. Собственно, модель как бы физически довольно простая, то есть она представляет собой однокомпартментную модель, фактически шарик такой, в котором есть тоже емкость, есть сопротивление, есть токи, которые вызывают трансмембранные, которые вызываются открытием канала. И модель представляет из себя набор дифференциальных уравнений, собственно, в которых заложены вот те кинетики активации каналов, которые мы с вами уже видели. Вот. И если запустить вот как бы на компьютере эту модель, то она нам вот достаточно хорошо покажет действительно генерацию потенциалов действия, все его фазы, все восходящую фазу, реполяризацию, автогиперполяризацию и так далее. Но важно понимать, что на самом деле помимо натриевых и калиевых каналов в нейроне есть еще потенциал зависимые каналы, и главным образом это потенциал зависимый кальциевый канал. В принципе, да, естественно, тоже в уравнении Ходжкина-Хаксли можно внести и кальциевый канал. Мы увидим, как немножко изменится форма потенциала действия, он станет чуть шире, но это не принципиально. Однако важность кальциевых каналов нельзя недооценивать, поскольку они вносят колоссальный вклад в передачу как бы информации от уровня потенциалов действия к запуску каких-то внутриклеточных процессов в нейроне, запуску экспрессии генов и так далее. То есть именно потенциал-зависимые кальциевые каналы, которые активируются, естественно, их, в принципе, активационные кривые близки к натриевым и калиевым каналам, они тоже открываются примерно в те же временные промежутки, что и натриевый ток. Но, тем не менее, оказывают небольшое влияние вот на форму потенциала действия, но, тем не менее, сложно переоценить их значение именно вот для внутриклеточной машинерии клетки. Это связано с процессами синаптической пластичности. И вообще, вот изменения, они могут приводить вплоть до гибели нейронов, перегрузка кальциевая и так далее. Вот. Но именно для механизма распространения потенциала действия генерации они не столь важны. Как мы знаем, генерация потенциалов действия происходит чаще всего в одном месте, которое называется начальный сегмент аксона, то есть деполяризация, возникающая на дендритах, она суммируется по вот этим всем сложным законам пространственной, временной, линейной, нелинейной суммации. Здесь же суммируются и возбуждающие ТПСП, и тормозные входы, и возбуждающие ВПСП, и тормозные ТПСП. Так вот, после того, как произошла вот эта суммация, происходит, собственно, генерация потенциала действия в начальном сегменте аксона. Возникает вопрос, а почему она происходит именно здесь, а не в каком-то другом месте? Происходит это из-за того, что плотность потенциала зависимых натриевых каналов вот в этом месте, в начальном сегменте аксона, она в несколько сот раз выше, чем, собственно, в других частях клетки, чем в соме и тем более в дендритах.
Существует довольно сложная организация вот этого кусочка аксона начального сегмента. Здесь также собран такой белок анкерин, который выступает в роли такого каркаса, который обуславливает вот кластеризацию натриевых каналов и, собственно, их большую плотность. Ну, вот видите иммунохимическое окрашивание нейронов на анкерин и на один из подкласс потенциал зависимых натриевых каналов. То есть видно, что действительно вот в этом небольшом участочке аксона плотность их ну, просто колоссальная. Да, собственно, если надо понимать еще вот такой момент, что уравнения Ходжкина-Хаксли, они, вообще говоря, описывают генерацию потенциала действия, генерацию, терминацию, но не распространение. А каким образом происходит, то есть это как бы точечный процесс, каким образом происходит распространение потенциала действия? Значит, распространение происходит таким образом. То есть представим себе вот кусок аксона, в котором произошла генерация потенциала действия, вот в этой точке, вот в этом отрезочке открылись натриевые каналы и возникла реполяризация. Да? То есть в этом месте мембранный потенциал инвертировался, плюс поменялся на минус. И в этот момент возникает электрическое поле, мощное электрическое поле, созданное вот этой вот локальной деполяризации. И это электрическое поле вызывает деполяризацию на соседних участках мембраны. И тогда уже на соседнем участке мембраны происходит вот индуцированная вот этим, грубо говоря, предыдущим потенциалом действия деполяризация и тоже регенерируется, поэтому он еще называется регенерирующим потенциалом. Да? То есть он в каждом месте мембраны, грубо говоря, возникает заново. Потенциал действия, таким образом происходит его распространение. Ну и понятно, что это распространение активное, и в отличие от электротонического, которое мы наблюдаем для ВПСП и ТПСП. Вот. Но тем не менее электротонические силы тоже как бы принимают участие в генерации потенциала действия. Да, и вот таким образом происходит распространение потенциала действия, когда он перегенерируется в каждой новой точке в немиелизированных аксонах. Но, как мы знаем, в центральной нервной системе у принципиальных нейронов большинство нейронов имеют миелиновую оболочку вокруг аксона. Что она из себя представляет? Она из себя представляет фактически вот такую вот муфту, образованную швановской клетки, как бы накрученных мембран дополнительных на аксон. И вот эта муфта мембранная, которая образует швановскую клетку, она обладает очень большим сопротивлением. В результате этого, вот если мы вспомним картинку, которая иллюстрировала кабельную теорию и показывала, что существует ток утечки в каждом месте мембраны, вот эта вот муфта, она препятствует тому, чтобы ток протекал в этом месте через мембрану. И промежутки между этими муфтами, которые называются перехватами Ранвье, они, кроме всего прочего, характеризуются также, как и начальный сегмент аксона, повышенной плотности потенциал зависимых натриевых каналов. Собственно, вот под муфты их практически и нет. И что происходит? Что когда у нас в перехвате Ранвье происходит генерация потенциалов действия, возникает электрическое поле, которое из-за того, что вот на этом участке мембраны сопротивление ее очень высоко, с легкостью это электрическое поле деполяризует мембрану в следующем перехвате Ранвье. И получается, что потенциал действия возникает сразу вот не здесь, как бы он возник в немиелированном волокне, а возникает сразу в следующем перехвате. Из-за этого происходит так называемое сальтаторное проведение потенциала действия, когда он возникает сначала в начальном сегменте, потом в первом перехвате, во втором и так далее. И вот перепрыгивает фактически от одного перехвата к другому. Ну и понятно, что скорость проведения от этого значительно вырастает. Но что интересно, хотя, конечно, в большинстве нейронов и в большинстве, скажем так, случаев генерации потенциалов действия происходит в начальном сегменте аксона,
возможно, ситуации, и они довольно часто происходят, когда потенциал действия возникает и в дендритах тоже. И тогда это он, эти потенциалы называются дендритные потенциалы действия. Собственно, в дендритах плотность потенциал зависимых натриевых каналов, она значительно меньше, чем в соме, и она убывает по мере удаления от сомы. Ну и, конечно, она несравнима с плотностью в начальном сегменте аксона. Кроме того, существует потенциал зависимые кальциевые каналы. И, в общем-то, в дендритах в некоторых местах их даже больше, чем в других частях клетки. Так вот, эти потенциал-зависимые каналы, несмотря на то, что плотность их невелика, тем не менее, если уровень деполяризации достаточно большой, может произойти локальная генерация потенциала действия вот в дендрите. Ну, вот... Вот здесь вот представлен такой предполагаемый эксперимент, но, в принципе, базирующийся и на настоящих экспериментах. У нас есть несколько ПЧ-пипеток, которыми мы регистрируем сому синей пипеткой, начальный сегмент зеленой пипеткой и в дендрите на разном удалении от сомы. Значит, что происходит, когда происходит генерация как бы традиционным способом, классическим в начальном сегменте? Ну вот зелененький потенциал действия возник в начальном сегменте. Ну, практически сразу же он возник в соме. И потом происходит его так называемое обратное распространение, backpropagation. Мы еще немножко поговорим о том, что это не просто как бы артефакт генерации потенциалов действия, а это тоже очень важное явление в жизни нейрона. Вот. И видно, что потенциал действия, когда он бежит по дендриту, он значительно снижает свою амплитуду из-за того, что плотность каналов существенно ниже и становится более широким из-за большого вклада и кальциевых каналов тоже. Соответственно, нейроны все разные, и плотность потенциал зависимых натриевых кальциевых каналов в дендритах у всех разная, поэтому то, куда добегает вот этот вот обратно распространяющийся потенциал действия, у всех нейронов эта точка разная, что дает вот такой как бы большой репертуар для вычислительных возможностей нейрона и нервной системы. Вот так вот выглядит значит, классический потенциал действия, который был сгенерирован в начальном сегменте аксона. Значит, что же происходит, если вдруг в каком-то месте дендритного дерева одновременно придет много синаптических входов и возникнет сильная деполяризация? Тогда в этом месте может возникнуть локальный потенциал действия, дендритный потенциал действия. То есть если он возник, вот, например, в этой точке, вот он таким образом выглядит, но, тем не менее, эти дендритные потенциалы действия, они редко доходят до сомы и вызывают уже потенциал действия аксональный, хотя такое тоже бывает, это все зависит от этого интерплея, от концентрационных особенностей каналов в разных местах. Вот. Но часто эти дендритные потенциалы действия, они возникают локально, распространяются локально по дендритному дереву, вот так вот он выглядит, и, например, до сомы доходит, ну, в виде вот такого просто как бы большого ВПСП, скажем так. И этот ВПСП в данном случае не дотянул до порога генерации потенциала действия. Причем они вот в разных клетках могут быть в основном натриевыми или в основном кальциевыми, тогда вот они вот и шире. Больше того, описано даже такое явление, как НМДА, спайки, то есть это тоже спайк, но который вызван активацией НМДА каналов и кальциевых событий. Вот. Но на самом деле значение вот этих вот дендритных спайков, оно тоже достаточно велико и позволяет нейрону, например,
производить выработку каких-то пластических изменений локально в отдельном компартменте клетки, да? То есть, например, если пытаться вызвать какую-то ассоциативную синаптическую пластичность вот в этом компартменте, если как бы хебовское подкрепление, оно будет вызвано вот этими дендритными спайками, то, грубо говоря, дендриты, которые расположены вот в других местах клетки, они ничего об этом и не узнают. В отличие от ситуации, когда подкрепление у нас будет вызвано традиционными потенциалами действия, которые, скорее всего, проникнут во все компартменты клетки. И вот, собственно, продолжая разговор о том, о значении вот этих вот обратно распространяющихся потенциалов действия, ну, вот как бы классическая точка зрения информационных как бы процессов в нейроне такая, что информация приходит на дендриты, потом она суммируется по всем законам, которые мы рассмотрели, и потом потенциалы действия распространяются по аксону. Но действительно, вот тот потенциал действия, который обратно распространяется по дендритам, он тоже несет очень важную информацию, информацию именно о, как бы, о тайминге, да, что в данный момент пришли какие-то сильные входы, и те более слабые входы, которые в этот момент приходят на отросток, они должны быть модифицированы, то есть происходит вот такая вот как бы детекция совпадений. Ну, это еще одна картинка, которая показывает просто, как он действительно распространяется в дендриты. И, соответственно, вот распространение вот этого обратного потенциала действия, оно тоже разнится от нейрона к нейрону. Именно все это зависит от того, сколько и какая плотность потенциал зависимых натриевых и кальциевых каналов в данной конкретной точке нейронного дерева. И, например, вот эти вот обратно распространяющиеся потенциалы действия, вот из-за низкой плотности потенциал зависимых каналов, у них есть такое свойство, как зависимость от частоты потенциалов действия в пачке. Ну, например, потенциалы действия, следующие с какой-то, скажем так, подпороговой частотой, они, ну, не могут вот в данном примере распространиться дальше вот этой точки, да, дальше они уже полностью затухают. Однако, если мы увеличим частоту потенциалов действия в пачке, то из-за активных и пассивных свойств мембраны деполяризация от вот этих вот обратно распространяющихся потенциалов действия будет существенно выше, и, соответственно, гораздо больше кальция войдет в этот участок дендрита, и явно, что здесь тогда произойдут какие-то пластические перестройки. То есть вот при том, что потенциал действия, значит, генерится в начальном сегменте аксона и бежит по аксону, вот это вот обратное распространение, об этом нужно всегда помнить и понимать, что для функции нейрона это также очень важно. Ну, у нас-то осталось 10 минут еще, и я хочу рассказать вот о некоторых экспериментах, которые в нашей лаборатории были выполнены и которые имеют вот непосредственное отношение к теме сегодняшней лекции, к равновесным потенциалам для разных ионов и генерации потенциалов действия. Значит, мы работали с таким светоактивируемым ионным каналом хлорным. Ну, тоже немножко забегая вперед, мы про оптогенетику будем говорить, наверное, где-то через месяц. Но, как бы, если вкратце, то существует, ну, у нас с вами не существует, но у простейших, у водорослей существуют такие ионные каналы, которые могут открываться не под действием потенциала или лиганда, а под действием света. То есть такой канал поглощает фотон света и открывается. И он имеет при этом селективность для определенного иона. И это вот как бы наличие таких каналов легло в основу оптогенетики. Наиболее распространенный, как мы знаем, это ченлордопсин-2. Это натриевый канал светоактивируемый. Ну, вообще катионный канал, но в основном через него ходит натрий. И в данном случае мы работали с таким вот недавно открытым хлорным светоактивируемым каналом, который буквально там 5 лет назад был впервые описан.
Значит, можно ДНК, который кодирует белок этого канала, ее внести в нейрон тем или иным способом, или с помощью вирусов, или с помощью, ну, в данном случае, метода инутера электропорации, и как бы в нейроне чужеродно экспрессировать вот этот вот белок из водоросли, который тоже встраивается в мембрану, и мы получаем возможность при помощи света управлять тем или иным током, ну, в данном случае хлорным током. Ну, понятно, что это, да, проводилось все на взрослых животных, то есть здесь хлор входит в клетку и вызывает выраженное гиперполяризующее тормозное действие. Ну, вот что здесь вот и продемонстрировано. Да? То есть вот нейрон пирамидный, который экспрессирует вот этот вот светоактивируемый хлорный канал, он стимулируется ступенькой тока, возникают потенциалы действия. В какой-то момент мы включаем свет, синий свет длиной волны 475 нанометров, и нейрон перестает спайковать, несмотря на то, что действие ступеньки тока продолжается. Как только мы свет выключаем, нейрон тут же опять начинает дальше генерировать потенциалы действия. Ну, в принципе, вот, собственно, это то, для чего этот канал в оптогенетике применяется, для торможения активности нейронов. Однако мы обнаружили, что вот в самый первый момент включения света на фоне начинающейся гиперполяризации вдруг происходит такая генерация экстра потенциала действия, который происходит только в самый первый момент. Больше того, оказалось, что если нейрон не деполяризовать, то есть он будет находиться на своем потенциале покоя, и производить короткие световые вспышки, причем освещается это как бы весь срез в данном случае, каждая такая короткая вспышка будет вызывать генерацию потенциала действия, причем, ну, с довольно большой частотой можно нейрону навязать. Вот, возникает вопрос, как же так, как открытие хлорного канала, как мы помним, хлор у взрослых животных, клетки его довольно мало, и его потенциал, равновесный потенциал составляет порядка там минус 60 милливольт, то вход в хлор, ну, никак не может вызвать потенциал действия в нормальном взрослом нейроне. Когда мы стали анализировать форму этих потенциалов действия, оказалось, что вот потенциал действия, который вызван обычной внутриклеточной деполяризацией, и светоиндуцированные потенциалы действия выглядят немножко по-разному. И основная разница в том, что светоиндуцированные потенциалы действия, они начинаются практически сразу от потенциала покоя. При этом, что вот, как мы помним, для традиционного потенциала действия необходима препотенциация, предеполяризация, такой препотенциал, который вызывается или входящим в ПСП, или в данном случае он вызывается стимулирующим током, который мы пропускаем через электрод. А вот эти светоиндуцированные потенциалы действия, они начинались прямо от потенциала покоя. И вот существует такая немножко другая форма представления потенциалов действия, да, вот эта традиционная, то есть потенциал от времени, а это фактически первая производная потенциала, то есть это скорость изменения потенциала от мембранного потенциала, так называемый фазовый плод. Если, то есть каждый, то есть вот этот спайк синенький перестроен здесь в других координатах, и красный тоже, здесь особенно отчетливо становится видна разница в их форме. И вообще говоря, известно, что вот такие вот потенциалы действия, которые начинаются прямо от потенциала покоя, без препотенциала, это свойство ретроградно распространяющихся потенциалов действия, которые возникли, были сгенерированы в аксонных терминалях. Такое иногда происходит, ну, или когда в эксперименте стимулирующий электрод стоит около аксонов и вызывает генерацию потенциалов действия, или такое даже бывает в некоторых патологических процессах, когда, например, в очаге эпилепсии тоже иногда могут возникать такие потенциалы действия. И чтобы определить места, в которых происходит генерация потенциалов действия, мы провели такой эксперимент. Нейрон, который экспрессирует вот этот хлорный
светоактивируемый канал, вот тут лежит его сома, и в данном случае мы стимулировали светом не всю область, а стимулировали вот такими маленькими квадратиками, световыми стимулами, и записывали в псевдослучайном порядке, эти квадратики представлялись, и мы записывали ответ в клетке на каждую стимуляцию вот такого квадратика. И потом те места, где световая стимуляция квадратика вызывала потенциал действия, они обозначались оранжевым цветом, а где вызывался только какой-то градуально небольшой потенциал, те синим цветом. И получилось, что вот такая, то есть вот слои клетки, то есть это вот срез лежит таким образом, что вверху пия, то есть первый слой, второй, третий, четвертый, пятый. Оказалось, что потенциал действия могут быть вызваны не везде, а только вот в таких вот местах. И если наложить карту морфологическую нейрона вот на это место, то есть это вот прокрашенный нейрон пирамидный, красным цветом обозначены дендриты, а синим цветом обозначены ответвления аксона. То есть, вообще говоря, видите, что аксонное древо даже больше. И оказалось, что, собственно, места ветвления аксона, которые у нейрона второго-третьего слоя находятся или в этом же слое, или в пятом слое, примерно соответствуют тем местам, где можно произвести вот такую светоиндуцированную генерацию потенциалов действия. Возникает вопрос, как это может происходить. Оказалось, что в аксонных терминалях нейрон очень часто поддерживает концентрацию хлора совсем другую, нежели в теле и в дендритах. И эта концентрация хлора действительно оказывается большой, примерно такой, как предполагал Бен-Ари в нейронах развивающихся животных, то есть порядка 22-25 миллимоль. И при таких концентрациях, когда внутри клетки 25 миллимоль, если мы по уравнению Нернста посчитаем равновесный потенциал для хлора, он будет чуть выше, чем порог генерации потенциала действия. И действительно, в этом случае активация хлорных каналов может приводить к тому, что ионы хлора вызывают деполяризацию надпороговую, происходит локальная, то есть она настолько сильная и резкая, что происходит локальная генерация потенциалов действия, которые затем обратно распространяются по аксону, и мы их регистрируем в клетке вот в виде таких вот потенциалов, которые начинаются прямо от мембранного потенциала без препотенциала. Вот, то есть вот этот пример, вот, на мой взгляд, очень удачно в себе как бы иллюстрирует все основные принципы, которые приводят к поддержанию мембранного потенциала и обуславливают ток ионов внутрь или снаружи клетки в зависимости вот от этих концентраций. Вот. Все, спасибо за внимание. На этом мы закончили. Если какие-то вопросы есть... Да, спасибо большое. Вопрос из зала у нас есть. Да? Спасибо за очень интересную лекцию. Я вот не понял относительно гамк. Вы сказали, что срезы молодых животных, там нарушена энергетика. А срезы взрослых животных, как это можно сопоставить? Ну, это можно сопоставить так, что, да, это на самом деле я немножко не рассказал еще одну вещь. Сопоставить это так, что просто, что срезы взрослых животных, они более устойчивы к этим воздействиям. Вот. И вот в частности Юрий Зильбертер, он показал, что если помимо глюкозы добавить еще какой-то энергетический субстрат, ну, например, пируват, то этого пирувата уже хватает вот этим срезом, который получен из маленьких животных, хватает для того, чтобы нормально поддерживать энергетику, и они могут выкачивать хлор, и тогда гамк на них перестает оказывать возбуждающее влияние. Вот. Просто поскольку они и так как бы очень нежные, то вот процесс порезки они поэтому гораздо хуже переносят, чем клетки взрослых животных. Спасибо. Еще будут вопросы от наших?
Можно руку поднять, да. Виталий Михайлович, я вижу. Хлютов. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. У меня как бы продолжение вопроса предыдущего. Это по поводу влияния ГАМКа возбуждающего. Есть ли какая-то литература по этому вопросу у больных при какой-либо патологии? То есть... Да. Вот такое возбуждающее влияние ГАМКа, то есть мы знаем, что у больных часто применяют препараты, которые либо являются ГАМКом, либо как-то влияют, усиливают влияние ГАМКа. Да. Вот есть ли что-то такое? Понятно, да. Ну, честно говоря, во-первых, я не слышал о таком, а во-вторых, все-таки, ну, равновесный потенциал для хлора у взрослых нейронов, он все-таки довольно далек от порога генерации потенциала действия, поэтому, в общем, очень маловероятно, что такое могло бы происходить во взрослых нейронах, хотя вот этот процесс происходит даже в норме в аксонах. Вот то, что мы показали, что наш светоактивируемый хлорный канал может вызывать потенциалы действия, которые возникают в аксонных терминалях, соответственно, также действует и ГАМК. То есть ГАМК может вызывать потенциалы действия у взрослых нормальных нейронов, если он действует непосредственно на аксонный терминале. Поэтому... Вот так из общих соображений действительно вот в этой области действительно могло бы быть какие-то патологические процессы, а все-таки вот в основном его действие, ну, все-таки слишком далек равновесный потенциал, чтобы его, на мой взгляд, патологические процессы могли бы сдвинуть настолько близко, чтобы у взрослых он действительно также вот поменял свою полярность действия. Спасибо большое. Мы иногда вот в клинике наблюдали, что препараты некоторые могут вот такой вызывать обратный эффект. Конечно, непонятно, какого-то механизма, он может быть совершенно другим, вот, но такие вот наблюдения систематические. Спасибо. Можно задать вопрос? Да. Я хотел бы спросить, а что известно относительно лактата и кетоновых тел? Ведь у новорожденных животных большей активности используется лактат и пируват, чем лактат и кетоновые тела, чем глюкоза и пируват. Ну, собственно, вот это может быть и объяснение того, что поскольку на срезах вот этих субстратов нет, поэтому и как раз срезы развивающегося мозга из-за того, что они лишены вот этих вот энергетических субстратов, они и не могут адекватно обеспечить нормальный метаболизм хлора. Вот. Поэтому, ну вот внесение, то, я в деталях эту литературу не знаю, но поскольку вот эта вот лаборатория Юрия Зильбертера, они показали, что и пируват, и другие, по-моему, использовали они вот такие же энергетические субстраты, показали, что они действительно помогают срезом новорожденных животных поддерживать свое нормальное состояние, и тогда ГАМК становится как бы опять тормозным. Так что действительно это еще раз вот демонстрирует важность вот других энергетических субстратов вот для новорожденных мозгов. А взрослым мозгам, видимо, они вот вполне могут обходиться глюкозой, которая присутствует, как правило, в исключительном порядке в экспериментальной среде. Вот. Так что, да, действительно, вот это еще раз показывает важность субстратов. Если можно, я еще два предложения скажу. Дело в том, что сейчас происходит пересмотр всех концепций, связанных с гликолизом, с использованием глюкозы и продуктов метаболизма. И сейчас известно, что даже взрослые организмы используют очень высокой концентрации лактат и кетоновые тела, что
что позволило некоторым исследователям сказать, что наш мозг очень прожорливый. Он использует не 20% глюкозы, а значительно больше, если учитывать еще лактат и кетоновые тела. Извините, пожалуйста, за эту ремарку. Очень интересно, конечно. Спасибо вам. Ну ладно, пока аспирант собирается силами, я хочу спросить. Вы сказали, что у нейронов есть механизм шкалирования в ОПСП. Чем он поддерживается? Плотность ампоканалов, да, то есть плотность ампоканалов и их количество в удаленных синапсах больше, чем тем, которые ближе. Тогда у меня еще про это backpropagation вопрос. Тоже, может быть, есть какие-то данные на патологических моделях, ну, животных, что там этот механизм нарушен. Вот не буду врать, честно говоря, не слышал, да, не знаю. Это очень интересно с точки зрения вот этой моей любимой теории прогностического кодирования. Понятно. Ну, вообще говоря, вот этот backpropagation, он по современной точке зрения критически важен для процесса обучения памяти. То есть, в принципе, любое его нарушение приведет к тому, что начнутся нарушения памяти. Вот, но вот просто, да, как бы литературу вот именно патологическую плохо знаю, поэтому, но потенциально, да, потенциально, что вот там вот буквально любое нарушение, буквально его небольшое снижение, это уже приведет к ослаблению процесса запоминания, поэтому вполне а может при быть. Этом восприятие, нарушение восприятия, возможно? Ну, в принципе, это же как работает нервная сеть. Там что угодно измени, и все изменится. Поэтому, в общем, тут изменение любого, я думаю, элемента в нейроне, оно, безусловно, приведет к изменению работы мозга в целом. То есть вот любой совершенно элемент трон, такой только не трон, то, естественно, изменения произойдут. Понятно. Спасибо большое. Если вопросов больше нет... и никто это не созрел, то в следующий раз мы опять встречаемся во вторник по теории нейробиологии. И Михаил Юрьевич Степанович продолжит читать про мембраны, мембранные потенциалы, да, насколько я понимаю? По-моему, синаптическую передачу. Да, как раз синаптическая передача, да, мы более подробно опять на молекулярном уровне рассмотрим процесс синаптической передачи. Спасибо большое, всего доброго. Ну и методы в пятницу у нас в 10 утра.